Смысл праздника, известного как День физкультурника, заключается в пропаганде активизации здорового образа жизни и развития спорта. Без спорта трудно добиться настоящего жизненного успеха, стать уверенным и целеустремленным человеком. Именно к этому стремятся славянские физкультурники и спортсмены. Для тысяч славянцев занятия спортом стали не просто увлечением, а настоящим смыслом жизни. На торжественный прием главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены представители спортивных школ, физкультурно-спортивных клубов, управления по физической культуре и спорту нашего муниципалитета, всех собравшихся, тренеров, инструкторов по спорту, специалистов, тепло приветствовал Роман Синеговский, который отметил, что развитию спортивной и материально-технической базы в районе уделяется особое внимание. Недаром наш район по праву называют территорией спорта. Мне приятно, что ничего не потеряно, и то, что было сделано давно, что-то улучшаем, спартакиады проводятся, мероприятия проводятся. Сейчас готовимся к Дню города и района. Как правило, праздники, которые мы проводим, они обязательно сопровождаются спортивными мероприятиями. Всем хотелось бы пожелать здоровья, хорошего настроения, энергии. Только ради энергии, правильной энергии, стоит заниматься спортом, двигаться вперед и радоваться жизни. Поэтому всего вам доброго, с праздником. В ходе приема была озвучена информация о каждом из собравшихся. Все приглашенные далеко не случайные в этой сфере люди. Это квалифицированные, увлеченные своим делом неравнодушные специалисты, вносящие большой вклад в организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также воспитывающие спортсменов, добивающихся весомых успехов. Глава Славянского района вручил собравшимся благодарственные письма и памятные подарки за высокие показатели в работе и большой вклад в развитие отрасли. Для приглашенных было очень приятно, что их усилия оценили по достоинству. Уделяется большое внимание как со стороны администрации, так и со стороны управления по физической культуре и спорту. У нас строятся совершенные спортивные площадки, спортивные залы, где посещают их молодежь, жители нашего города и района. Вот поэтому Славянский район и город наш Славянск на Кубани занимают ведущие места не только в крае, но и в России. У нас воспитаны многие спортсмены, которые занимают ведущие места как в нашем крае, так и в Южном федеральном округе. В ходе приема в выступлениях красной нитью прошла мысль, что в здоровом теле здоровый дух. Спорт – это подлинный ритм современной жизни. И когда не жалеешь для него своего времени, он, открывая новые возможности, щедро дарит вам здоровье и силу. Благодаря спорту можно преодолеть любые трудности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».